Иванченко. Александр, пожалуйста, ваш комментарий матча. Сложная была игра сегодня. Мы должны были реабилитироваться за проигрыш с Лепорозотом. И настраивались, знали, что Днепр всегда дает бой на домашней арене. Очень было важно для нас сыграть хорошо. Ну и я считаю, что сегодня удачная игра для нас. Выиграли. Спасибо. Довольно-таки ровная игра была, без спадов, без особых таких подъемов. Если вы посмотрите, 35 очков мы пропустили в первой половине, 35 во второй половине. Где-то лучше сыграли в первой половине в нападении, но в принципе достаточно ровно играли. Вся игра была напряженная, все 40 минут, до конца сохранялась интрига. То есть сегодня была хорошая игра со стороны обеих команд. Спасибо.